Районный коэффициент к зарплате, возможно, будут учитывать при расчете материнского капитала. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Напомню, маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, образования ребенка или формирования накопительной части трудовой пенсии матери. По мнению авторов законопроекта, в местностях с тяжелыми климатическими условиями это требует повышенных затрат. Поэтому предлагается повысить размер материнского капитала на величину районного коэффициента к зарплате, установленного в том районе, где выдается сертификат.